Настоящий праздник джаза в Алматы продолжается. Каждую субботу лучшие музыканты дарят жителям и гостям города отличное настроение. В этот раз на сцене в живом режиме выступала Гаухар Саттарова и группа Steps. Вы что, это прекрасная задумка. Я всякий раз благодарю организаторов, в частности Жанночку. Сегодня хотела об этом сказать, что это прекрасный праздник. Тем более, когда каждую субботу разные музыканты, все могут себя показать. Такой праздник, конечно, супер, потрясающе. Для нее джаз – это способ выразить себя. Это просто свобода, кайф, музыка. Ну, в общем, это для меня моя жизнь. В этот вечер певица вместе со своей группой подготовила для слушателей множество сюрпризов. Мы очень готовились, я думаю, что понравится, потому что мы очень много труда вложили. Ну, посмотрим, как будет. Думаю, все будет хорошо. Гостям вечера, кстати, зажигательные мотивы пришлись по вкусу. Места занимали с раннего вечера, а под конец и вовсе не стесняясь пустились в пляс. А мы в очередной раз приглашаем вас стать частью этой джазовой феерии. Обязательно приходите в эту субботу на Исентай Сквер, чтобы вдоволь насладиться отличной музыкой.